Напуганная собака вжималась в грязь. Она боялась людей и не хотела уходить со стройки. Однажды организация по спасению животных получила известие о бездомной собаке, которая жила на стройке. Спасатели поехали туда, чтобы попытаться найти бедное животное и помочь ему. Как только команда заметила собаку, они установили ворота по периметру, чтобы она не убежала. Но вместо того, чтобы пуститься в бегство, пес сделал совершенно противоположное. Он лег посреди грязи, испуганный и смущенный. Спасатели бросили ему кусочки пищи, чтобы завоевать доверие животного и доказать, а они там, чтобы его спасти, а не причинить ему боль. Затем один из спасателей сумел надеть поводок на собаку, но увести его с улицы было не так просто. Пес, которого они назвали Один, не хотел оставлять полюбившуюся ему груду грязи. Сотрудники группы пытались потянуть его за поводок, но пес не сдвинулся с места. Как только ему удавалось его поднять, он тут же падал назад. Тогда команде пришлось придумать другой план. Женщина, которая связалась со спасателями и сообщила об Одине, решила помочь им вытащить собаку и привезла клетку, в которую они попытались уложить непослушного пса. Команда доставила клетку к своей машине и, наконец, смогла привезти трусишку в больницу. В ветеринарной клинике Одина осмотрели, кастрировали и вакцинировали, но главная радость ждала его впереди. Благодаря организации спасателей животных, Один обрел постоянный дом в замечательной семье. Он любит бегать и играть на заднем дворе со своими новыми четвероногими братьями и сестрами. Сейчас он окружен заботой и вниманием. Собака, которая когда-то была совсем одинока и боялась всего на свете, теперь дружелюбна и счастлива. И самое главное, что Один будет чувствовать абсолютную любовь и нежность всю оставшуюся жизнь. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.